котята. Уж давно не было той старой рубрики, где я рассказываю факты о предводителях племен. 2 месяца уже прошло с тех пор, как я последнее видео по эту рубрику выпустила. И я решила, что нужно ее возродить. Сегодня я расскажу вам факты про гончую звезду. Приятного вам просмотра. Гончая звезда – это буро-белый кот. Основная информация. Полкот. Принадлежность племени теней – звездное племя. Статус предводитель – звездный предок. Имена. Соплеменник гончая звезда – неизвестно. Имена в оригинале – Хорнстар – неизвестно. Появление – живой в проклятии гусохвоста. Наследование – глашатый кедрогриф. Биография. Новеллы. Проклятие гусохвоста. Гончая звезда – предводитель племени теней. На свете, услышав пополнение детской глазового племени, он бормочет, что у глазовых котов не так много дичи, чтобы покормить столько утов. После совета он спешно собирает свое племя и уходит, пока не начался дождь. Цитаты. «Нам нужно добраться домой до того, как начнется ливень. Племя теней, живо за мной!» Гончая звезда созывает племя домой. Неосказанная история «Месть клиновницы». Ну, больше информации о нем я не нашла, к сожалению. Поэтому всем спасибо за просмотр и пока.